Всем привет! Наверняка у вас часто такое бывает, что когда вы берете в руки нож, то позже замечаете, что вы взяли его не той стороной и вам неприятно. Но не отчаивайтесь, на этот случай есть отличный лайфхак. Для этого лайфхака нам понадобится губка для посуды и обычный скотч. Берем нашу губку и режем ее на две части, подставляем к ножу и заматываем это все скотчем. И теперь, когда вы в следующий раз возьмете не той стороной нож, вы не поранитесь и сможете спокойно нарезать хлеб.